А у нас сегодня, мы с вами возьмем сегодня морфологию побегов. Какие бывают, что с ними происходит и так и далее. Мы вряд ли успеем анатомию, естественно, вряд ли успеем видоизменения. Вот, поэтому пока начнем. Буду задавать много вопросов. Если что, пишите либо в чат, либо так рассказывайте. Итак, начинаем мы с вами с морфологии побегов. Но прежде чем все это дело начать, я должна прогнать своего кота. Мы с вами поговорим о том, что как вообще возник побег в эволюции, зачем он нужен, почему он нужен и что происходило. Итак, представим себе, что мы с вами купаемся в самом-самом древнем нашем водоеме, в море, в Древнем море, и вот у нас, значит, живут там такие одноклеточные товарищи. Причем эти одноклеточные товарищи решают, что они хотят питаться автотрофно и переходят к фототрофному питанию. Вот они перешли к этому фототрофному питанию. Ну, ладно, можно же, в принципе, остаться на этом уровне. Ну да, можно остаться. Ну и тогда мы видим все это разнообразие гигантское одноклеточных фототрофных организмов. Но вот какие-то из них решают, что, ребята, надо вообще подняться над всем этим делом и поглотить кого-нибудь, чтобы приобрести побольше, значит, всяких органелл, и у нас, значит, возникают эукариотические фототрофы. Круто. Ну, также можно остаться на уровне одноклеточности, но и это тоже оказывается неприкольно, и какие-то из них решают, что, ребята, давайте подумаем о том, что мы хотим быть не одноклеточными, а многоклеточными. Окей. Тогда возникает вопрос. Вопрос в эволюции возникает следующий. Какой образ жизни мы будем вести? Значит, первый вариант – это подвижный образ жизни. Но есть проблема в подвижном образе жизни, потому что это сейчас уже просто математически доказано. Это история про то, насколько должна быть большой у тебя фотосинтезирующая поверхность. И та энергия, которая нужна для того, чтобы двигать себя в пространстве, она несоразмерна той энергии, которая получается при фотосинтезе. При этом мы еще говорим не про суперпродвинутый фотосинтез семенных растений, да, а про различные вариации, эволюционные вариации фотосинтеза. Сейчас я скажу очень странную вещь, но тут скорее меня взрослые поймут, чем младшие. Не все фототрофы фотосинтетики, но при этом все фотосинтетики фототрофы. То есть, что такое фототрофное питание? Это когда вы получаете энергию при помощи света. Но давайте вспомним, что получать энергию можно разными способами. Потому что сейчас я отвлекусь немножечко. Но вот представьте себе, что у нас есть клетка. В клетке энергию можно запасать тремя вариантами. То есть каждая, любая клетка любого организма энергию может запасать в трех вариантах. Первый вариант – это непосредственно энергия макроэнергетических связей, ну или энергия там АТФ, ГТФ, УТФ и так и далее. То есть это макроэнергетические связи. В нашем случае, в конкретном случае, это энергия разрыва фосфатов друг относительно друга. При этом, как вы знаете, тут надо вспомнить основы фотосинтеза, привет моему любимому предмету, что у растений есть особый тип доноров фосфорной группы, который называется пирофосфат. То есть это две ортофосфорные группировки PO4-3- соединенные друг с другом. Вот это называется пирофосфат. И несмотря на то, что там тоже соединены фосфоры друг с другом, но при разрыве этой связи выделяется недостаточное количество энергии, поэтому она не может считаться макроэнергической. А вот все вот эти вот АТФ, ГТФ, УТФ, это прям вот то, что, значит, надо. Дальше. Второй тип энергии, который можно запасти, это энергия, при помощи которой будут совершаться. Давайте вы ее выключите. Так вот, это энергия, при помощи которой будет совершаться все окислительно-восстановительные реакции. То есть нам нужны доноры электронов и акцепторы электронов универсальные. Это так называемые восстановительные эквиваленты. То есть это NADH, NADPH,
феридоксин и вот вся вот эти вот все истории, которые, значит, хорошо отдают электроны, потом их хорошо принимают, и для них, под них сделано гигантское количество ферментов и белков, в общем, вся вот эта вот история, все круто. Ну и есть третий тип запасания энергии, это, соответственно, градиент на мембране. Ну, в случае растений это протонный градиент, а в нашем случае это и протонный градиент, и калий-натриевый градиент. В общем, и все вот эти три энергии при определенных условиях могут переходить друг в друга, то есть они каким-то способом могут восполнять друг друга. Но это ничего невозможно запасти эту энергию, если над всем этим не будет стоять энергия органических соединений, ну, в данном случае глюкоза. Так вот, фототрофы – это те организмы, которые при помощи энергии света могут образовывать один из вот этих типов энергии. Ну, то есть, либо они создают протонный градиент, либо они создают АТФ, ну, то есть, либо они создают протонный градиент и за счет него делают АТФ, либо они создают восстановительный эквивалент, и параллельно идет протонный градиент. А фотосинтетики – это те, которые, да, создают все эти три энергии, но еще плюс ко всему этому способны создавать в темновой фазе фотосинтеза, способны создавать эти органические соединения. Поэтому все фотосинтетики – фототрофы, но не все фототрофы – фотосинтетики. Вот это вот мое долгое отступление было для того, чтобы вы поняли, что подвижный образ жизни – это прекрасно, но все очень будет зависеть от того, ты фототроф или ты фотосинтетик. Ты хочешь создавать энергию органических соединений? Да, если да, то, к сожалению, ты не сможешь обеспечить себя достаточным количеством фотосинтетической поверхности и при этом не сможешь и синтезировать органические соединения, и поставлять энергию для своих там жгутиков, ресничек, неважно чего. Поэтому, если ты хочешь быть здоровущим фотосинтезирующим организмом, ты не сможешь вести подвижный образ жизни. Поэтому довольно большое количество фототрофов переходит к неподвижному образу жизни, потому что параллельно решаются многие вопросы. Ну, во-первых, течение воды само принесет питательные вещества. Ты не должен за ними плавать, потому что чем оправдан подвижный образ жизни? Ты можешь приехать за своими там, азотами, фосфорами в ту точку, где их много. Просто взять и приплыть туда. Или тебе недостаточно света, ты туда пошел и приплыл. В смысле, пошел. Взял и приплыл. Да? И в связи с тем, что ты этого не делаешь, потому что течение все само принесет, соответственно, ты не тратишь гигантское количество энергии на активное перемещение. Ну, а раз ты не тратишь, не ограничен размерами, соответственно, твои фотосинтетические поверхности могут быть гигантскими. Но если ты решаешь все-таки вести неподвижный образ жизни, то тогда тебе нужно особое устройство твоего тела. И в итоге результатом перехода к прикрепленному образу жизни происходит, результатом становится образование талома или слоевища. Что это такое? Это особое вегетативное тело растения, у которого образовались особые органы для закрепления в субстрате. Сейчас, извините, пожалуйста. Лена, у меня кружок, я не могу, извини. Да, извините, пожалуйста. Просто я ждала этого звонка, и я не думала, что он совершится так поздно. Так вот, еще раз. Талом. Это завтра, подскажите, пожалуйста, сегодня тест будет? Нет, сегодня теста не будет. Большой тест будет на следующей неделе, и этот тест будет проходным для практических занятий. Еще раз в конце занятия все это скажу. Итак, талом – это вегетативное тело растения, у которого образовались особенные органы для закрепления в субстрате. То есть ты состоишь из кучи-кучи однородных клеток, но у тебя есть особая группа клеток, которые прикрепляют тебя к субстрату, потому что это все-таки очень специфическая функция, и надо как-то метаморфизировать свои клетки для того, чтобы они смогли закрепиться в субстрате. При этом вся оставшаяся часть – это примерно одинаковые по форме функциям клетки. Они занимаются примерно одним и тем же. Итак, это талом.
вегетативное тело, у которого есть только две части. Это штука для закрепления в субстрате и все оставшееся тело. Запомнили? Талон. Дальше. А дальше возникает вопрос. Я фотосинтетик, окей, шикарно. А каким по форме мне нужно быть? Итак, эволюция предлагает нам три варианта. Можно быть шариком, можно быть пластиночкой, а можно быть цилиндрической палочкой. Итак, давайте посмотрим, что по этому поводу думает эволюция. Итак, первый вариант – это шарики. Шарики – это, конечно, прекрасно, это очень красиво, но есть проблема. И тут вы должны вспомнить свою стереометрию, тригонометрию. Так, ребята, как это называется? Когда геометрия только в пространстве. Тригонометрия, стереометрия, так, я не помню, как это называется. Стереометрия. Еще раз. Стереометрия. Стереометрия, ага, спасибо. На плоскости планиметрия. Спасибо, спасибо, ребята, я... Математика была очень давно. Стереометрия, да, спасибо. Вспоминаем стереометрию, да, и то, что когда у нас шар увеличивается в объеме, площадь поверхности несоразмерна объему клеток, которые находятся внутри. И получается, что когда ты шарик, у тебя условно лишь ограниченное количество клеток имеет доступ к солнечным лучам в достаточном количестве. Они все имеют доступ к солнечным лучам, но только этого интенсивности потока может не хватать на фотосинтез. Тогда получается, что да, ты увеличиваешься в размере, но ты внутренности кормить не сможешь. Внутренности будут тебя голодать. И тогда получается, что да, ты можешь быть шариком, но только не больше 8 сантиметров в диаметре, потому что все, что больше, у тебя сердцевинка может просто загнивать. Тогда какой смысл? И получается, что в принципе эволюция отметает вот эти шарики. Второй вариант. Можно стать пластиночкой. Круто! Ты можешь сделать какую-то совершенно гигантскую площадь своей фотосинтетической поверхности, она при этом будет довольно подвижная, мягкая, потому что тебе не нужно делать кучу механических тканей, потому что твоей опорой служит вода. Круто, замечательно, но дальше встает вопрос, ты живешь не под водой. Ты хочешь победить сушу, ты хочешь стать доминантом на суше и хочешь показать всем этим гетеротрофам, что я крутой автотроф, и вообще я живу на поверхности, а вы все тут без меня вообще никак не сможете. Тогда возникает другая проблема. На суше есть ветра, причем такие нехилые. И без достаточного количества механических тканей у тебя слишком большая парусность. А при этом... Вспомним, что ты талон, у тебя там эта присосочка для прикрепления к субстрату. Ну, в общем, такое. Тебя унесет, непонятно, куда принесет, небось сложит, скомкает, порвет по дороге. Это невыгодно, это небезопасно. Это замечательно, если ты живешь под водой, но это совершенно неоправданно, если ты живешь на суше. Да, ты можешь сделать механические элементы, ты их сделаешь, но ты ограничен в размере все равно. Твоя конструкция будет механически неустойчивой до определенного размера. Если ты перешагнешь через определенный размер, все, тебя никакая механика не спасет. Поэтому получается, что в эволюции у нас остаются только цилиндрические таломы. Вот эти вот цилиндрические палочки. Только эти цилиндрические палочки имеют все-таки разные функционирования у разных таксономических групп. Если мы говорим про ничатые водоросли, то тогда это у нас будет цилиндрический талон. Но совершенно особая структура формируется у тех растений, которые выходят на сушу. И тогда мы говорим не просто про талон, мы говорим про телом. Причем, обратите внимание, телом пишется с одной «л», в то время как талом пишется с двумя. Если вы встречаете в литературе слово «талом» с одной «л», такое бывает, на самом деле подразумевается талом высших растений. Под высшим я понимаю всех тех, кто, когда бы то ни было, жил на суше. И вот этот вот телом,
он имеет определенную характеристику. Опять же, давайте вспомним, зачем он формируется. Если ты хочешь быть цилиндрической палочкой, потому что она механически устойчивая, а ты хочешь быть цилиндрической палочкой, потому что ты хочешь занять все пространство на суше, то устройство твоего телома должно быть очень-очень специфическое. И тогда в эволюции, можно сказать, по просьбам трудящихся, возникает побеговая организация. Значит, что такое побеговая организация? Когда у тебя есть все еще твоя цилиндрическая палочка, ось, да, которая обладает неограниченным ростом, это важно, да, ты можешь ветвиться, что такое ветвиться и нарастать, и чем это отличается, мы поговорим попозже, да, бесконечно долго, но если ты останешься только в виде цилиндрической палки, у тебя все равно могут возникнуть проблемы, которые возникают у шариков. Ты можешь толстеть, толстеть, но в какой-то момент твой центр не будет недополучать питательных веществ. Поэтому тебе нужны особые фотосинтезирующие пластины. При этом эти пластины будут обладать ограниченным ростом. Они ограничены в своем размере. И именно они будут заниматься фотосинтезом. Ты разделяешь в себе, ты как телом, разделяешь в себе функцию вертикализации и функцию фотосинтеза. Этим будут заниматься абсолютно разные органы. Давайте перейдем еще раз на предыдущий слайд и вспомним, что у всех предыдущих таломов, что у шарообразных, что у площадных таломов, у них и функцию, условно говоря, вертикализации, и функцию фотосинтеза несло само тело. Сам талом нес эту функцию. У ничетых водорослей, у которых все еще талом, там тоже само тело несет функцию фотосинтеза. А вот уже у телома возникает побеговая организация, где происходит четкое разделение функций. Потому что разделяй и властвуй. Все-таки это очень мудрое изречение. Итак, побеговая организация. Что же такое побег? Вот после того, как я вам все это рассказала, попробуйте, пожалуйста, дать мне определение побега. Итак, как вы считаете, как дать определение побега грамотно и правильно? Расскажите мне про него. Так, что мы там писали? А-та-та-та-там. Листья, стебель и почки. Рома, вы, как всегда, лаконичны. Это, конечно, да, но давайте представим себя ботаником, который пишет книжку. Большую, красивую. Листья, стебель и почки – это классно. Давайте вот красивое определение. Не, ну то есть, ну как бы есть корень, ну определение такого типа, да, ну как бы есть корень. Значит, а побег – это выполняющий все остальные функции, кроме питательной, ну орган, который способен разделяться. Еще раз, Женя, давайте еще раз. Ну то есть есть корень, корень выполняет нас, ну он закрепляется в субстрате там, да, и впитывает. А, ну, стебель – это все остальные функции, вот, кроме корня, выполняющие. Размножение, ну, генеративное, размножение, там, ну, и способен как-то преобразовываться. Ну. Ну, папа, можно сказать? Это, да, давайте. Из главных вегетативных органов, состоящих из стебля и листьев с почками. Еще раз на начало. Один из главных вегетативных органов, состоящий из стебля, листьев и почками. Так, хорошо, уже ближе. Это как определение через определение. Имеет хлоропласт, выполняет опорную функцию. Так, опорную функцию, органы растения, спальник, фотосинтезу. Наверное, специальный. Так, значит, смотрите, что такое побег. Давайте посмотрим, что у меня написано. Значит, это
осевой. Это очень важно. Осевой. Вегетативный орган, ну, высших растений, ладно, предположим, высших растений, состоящие из стеблей с расположенными на нем листьями и почками. Значит, в принципе, вы все были правы, все в той или иной степени дали правильное определение, просто забыли одно слово, а это слово «осевой». Почему очень важно вот это слово «осевой»? Помните, когда мы давали с вами определение корня, там тоже встречалось это слово «осевой». Вспомните, с чем оно было связано. Было связано с тем, что зародыш, когда формируется зародыш, сначала там вот эта вот какая-то кучка клеток, потом эта кучка клеток понимает, что у него есть как бы верхний полюс и нижний полюс, противолежащие друг другу, и тут и важную роль могут играть гравитропические моменты, то есть какие-то органеллы, которые будут давить на мембрану, и эта группка, кучка клеток поймет, где вверх, где низ. А дальше у нас появляется стадия сердечка, да, потом стадия торпедо, ну и так и далее. В любом случае, в какой-то момент, на довольно ранних этапах, вот на этом этапе, происходит понимание, что есть побеговый полюс и есть корневой полюс. Так вот, слово «осевой» в определении предполагает, что этот орган имеет непосредственное, берет непосредственное начало от органов зародыша. То же самое, как и корень – осевой вегетативный орган, так и побег – осевой вегетативный орган. А дальше конкретику, которую, кстати, нам Рома пытался сказать, там про фотосинтез, вот эту всю историю, она не нужна в определении побега. Она будет нам нужна в определении стебля, листьев и почек. Итак, что же такое стебель? Стебель – это непосредственно ось, да, на которой расположены листья и почки. Также эта ось служит посредником в передаче питательных веществ. Что здесь не хватает? Что не хватает в этом определении? Не хватает то, что наш стебель обладает неограниченным ростом. Это важно. Вспоминаем про телом. Да? Что такое у нас листья? Лист – это орган, выполняющий какую-то синтетическую функцию. Все это прекрасно. Чего здесь не хватает? Мы здесь должны дописать, что лист – это орган, который обладает ограниченным ростом. Он ограничен в своем росте, и это важно. Вспоминаем вот эту вот побеговую организацию. Ну и что такое почки? Это мини-побег, это все понятно. Итак, что же дает начало побегу? Мы об этом уже с вами говорили. Но нужно еще раз повторить, потому что вы должны запомнить вот это вот слово «осевой» в определении. Всегда осевой. И корень, и побег. Они осевые органы. Чат, делитесь результатами по муниципу. Если вы будете сейчас делиться результатами по муниципу, то как бы я буду на это отвлекаться. Я понимаю, что вы хотите это обсудить. Это очень классно, но давайте попозже, да, ближе к концу. Итак, что дает начало побегу? Ну, конечно же, начало побегу дает зародыш, семя и все, что с ним связано. Начало побегу дает корень. Окей. При этом здесь у нас нарисованы всякие прорастающие семечки. Это все красиво, замечательно. При этом, как мы уже говорили и обсуждали с вами неоднократно, органы зародыша дают начало главному побегу и главному корню. При этом, как вы помните, чаще всего для того, чтобы образовался главный корень, он должен находиться ровно на одной оси с главным побегом. Если этого не происходит, то тогда главного корня у растения нет. И, как вы помните, такие растения прекрасно существуют на планете. У растения не может не быть главного побега. Не может, потому что в любом семени есть побег. И он всегда дает начало главному побегу, так что тут все понятно. Когда наш зародыш начинает активно развиваться и семя начинает прорастать, то наш зародыш превращается в проросток. Вот тут возникает, могут возникнуть терминологические проблемы, потому что кто-то говорит проросток, кто-то говорит проросток. И те, и другие правы в силу определенных обстоятельств. Итак,
Я хочу, чтобы вы мне назвали, что обозначено каждой цифркой. Вот эту вот циферку мы не учитываем, это грязька. Итак, кто хочет ответить? Итак, сначала мы обсуждаем циферку 1. Что такое циферка 1? Андрей, давайте. Так, ну, цифрой 1 обозначен главный корень. Так, шикарно, главный корень. Хорошо, что обозначено цифрой 2? Подсемидольное колено. Вы молодец. Подсемидольное колено как по-другому называется? Гипокотиль. Молодец, Андрей. Теперь кто-нибудь другой. Цифра 3 и, соответственно, цифра 4. Так, ну кто-нибудь. Цифра 3 и цифра 4. Если, ну, типа, цифра 3, как бы у нас подсемидольное колено – это 1 и 2, ну, может, под, ну, это же листья, да? Ну, 5-6 в виде. 4 листья. Ну, так, Евгений, вы уже это определитесь. Итак, что такое 3? Вот скажите мне, 3. Ну, если 5, ну, 4 же семидоли, так? 2 семидоли. Ты меня спрашиваешь или ты не отвечаешь? Я... Комбо. Понятно. Подлистовые колена, можно сказать? Нет. Значит, можно сказать? Ну, давай, Рит. Это эпикотиль. Эпикотиль, да. А 4 – это что такое? Вот это вот, что это такое? А, это... Женя, кстати, правильно говорил. Не понял. Андрей? Это семидоли. Это семидоли, да, совершенно верно. Гений. Так, что такое 5? Вот это вот 5, это что такое? Красивые такие. Листья. Какие листья? Это не просто листья. Чем они будут отличаться от семидолей? Андрей, давайте. Ну, это первые настоящие листья. Правильно, это первые настоящие листья. Андрей, давайте вам же вопрос, что такое цифра 6? Вот эта штучка. Я понимаю, что я уже закрасиваю ее, но тем не менее, что это такое? Может быть, это верхушечная почка? Хорошо. Да, совершенно верно, это верхушечная почка. Или по-другому можно назвать почечка. Собственно, вот это вот термин почечка. Да, Кирилл, главная почка не совсем корректно. Вы должны сказать либо верхушечная почка, то есть обозначаете ее положение, либо вы говорите слово почечка. Меня бесит это слово, честно, но это нормальный термин, вот это вот почечка. Я понимаю слово почечка, а вот почечка это... Почему все еще можно говорить почечка? Потому что подразумевается, что это тот же источник нарастания, что и в зародыше. Поэтому говорят не почечка, а почечка. Вот. Там будут находиться, соответственно, побеговая апикальная меристема, окруженная там, одним, двумя, может быть, тремя листьями, которые еще не развернулись. Итак, еще раз. Все то же самое, только давайте теперь с указателями. Значит, 1, понятно, это главный корень. А где-нибудь вот здесь вот у нас будет корневая шейка. Как вы помните, корневая шейка – это место перехода корня в стебель. От корневой шейки до узла, где находятся семидоли, у нас находится подсемидольное колено или гипокотиль. Собственно, гипо – это под. Дальше. Междоузлие от семидольных листьев до первых настоящих листьев будет называться эпикотиль, потому что эпи – это надсемидольное колено. Ну, то есть приставка эпи – это над, приставка гипо – это под. Дальше шестое – это у нас почечка. Вот. Ну и, соответственно, вот эти вот отходящие волосятки, как вы понимаете, это боковые корни. Так, это мы с вами обсудили. Но давайте немножечко отвлечемся и подумаем, а у всех ли растений мы можем найти вот этот гипокотиль, эпикотиль? У всех ли они такие большие, красивые, как нарисовано было на предыдущем рисунке? И от чего это зависит?
И вот задавая эти вопросы, мы плавно переходим к следующей теме. Главная почка – нет. Что нет, Кирилл? Наверное, что-то... В общем, наверное, это был ответ на какой-то мой вопрос. Если что, Ир, вопросы были риторические. Значит, и мы плавно переходим к тому, что не все семена прорастают одинаково. Прорастание семян – процесс непростой, сложный. Во-первых, вы должны понять, что семя и создание семени – это очень сложный физиологический процесс. В норме растения, просто навскидочку, так, информация для наблюдений, как это, для общих знаний. В норме растения состоит как минимум на 90% из воды. Как минимум, я говорю, потому что очень разные растения произрастают в разных условиях. Кто-то очень сильно оводнен, кто-то нет. Но как минимум 90%. Любое семя, кроме тех растений, у которых живорождение, в семени вода содержится максимум на 10%. Все остальное – это сушь. И вот прорастание семени – это когда вы из 10% влаги должны перейти в 90%. Потому что только на уровне примерно 90% увлажненности и как бы влаги в тебе ты можешь нормально функционировать. Нормально могут функционировать там белки, ну, в общем, весь этот метаболизм. 10% – это состояние глубокого покоя, глубочайшего покоя. Мы с вами такое не можем сделать. То есть если у нас наша увлажненность упадет меньше 80%, ну все, до свидули, все, там. Капец. А тут при всем при этом, раз человек на 70% состоит из воды, а огурец на 90%, значит ли это, что на 80%, что человек на 80% огурец? Евгений, вы очень юморный человек, это красиво. Нет, 80%, кстати, мы помрем. То есть если у нас увлажненность на 80%, это прям плохо. Там, на самом деле, немножечко разные данные по поводу того, на сколько процентов мы состоим из воды, но тем не менее. Так вот, прорастание – процесс очень сложный, и в зависимости от того, где живет растение, где оно формировалось, где его исходное ареал обитания, да, где центр его происхождения, у разных растений разные подходы к тому, как ты будешь прорастать. И есть те растения, которые считают, что вообще воздуху доверять не стоит. Там один вред, там слишком неконтролируемые условия, это все не очень безопасно. Люди, овощи. Если люди превращаются в овощи, это печально. Поэтому первый тип прорастания – это подземное прорастание. Очень часто при таком типе прорастания семена накапливают очень большое количество запасных веществ. То есть запасные вещества семени преобладают, то есть их прям много. При этом можно прорастать, условно говоря, там, в сантиметре под почвой, а можно прорастать, там, ну, например, в 5-6 сантиметров под почвой. Да, и в зависимости от этого, конечно, запас питательных веществ будет отличаться. Но в любом случае и в том, и в другом гипокоти и семидоли зачастую остаются в почве. Они не будут выглядеть такими большими, красивыми и зелеными, как я вам показывала на предыдущей картинке. Семидоли будут такими чешуевидными или прямо в них будут запасаться питательные вещества, вспоминаем всякие там горошики и так и далее. И гипокотиль, естественно, тоже будет оставаться под землей. Дальше. Над землей будет формироваться уже побег, то есть над землей окажется там эпикотиль или настоящие листья и так и далее. Хотя у некоторых вариантов и эпикотиль с первыми настоящими листьями тоже остаются под землей. Они тоже там чешуевидны, и только начиная там с третьего, четвертого листа уже все нормально разворачивается. То есть все те части проростка, которые мы сейчас обсуждали вот на предыдущем рисунке, в подземном типе прорастания зачастую остаются под землей.
Ну и да, первые листья чешуевидные. Это, кому это свойственно? Это и дуб, и миндаль, и горох. Вот горох прям классический представитель. Я работала с горохом, могу сказать, что да, первые два листа у них абсолютно чешуевидные. Хотя, если вы помните, в норме у гороха сложный лист. То есть там первые листья вообще никак не сложные. Там прям чешуйки-чешуйки. Вот. Второй тип прорастания – это надземное прорастание. И тут растения с надземным прорастанием сильно будут зависеть от света. То есть они будут на 100% демонстрировать светозависимое прорастание семян. Потому что запас питательных веществ там будет не очень большой. Ну, напишем одну стрелочку по сравнению с тремя стрелочками здесь. Зато зависимость от света будет на максималках. То есть здесь свет, ну, может играть какую-то роль, но незначительную. Зато здесь свет будет играть важнейшую роль, потому что практически сразу нужно выпустить фотосинтетическую поверхность, которая будет тебя кормить. Ты не можешь рассчитывать на то, что у тебя куча еды у тебя под запасающих тканях, да, ты не можешь на нее рассчитывать. Чтобы вы понимали, я вот пообщалась с котом, и теперь у меня нос чешется, потому что у него пиздец шерсть его. Горох может жить примерно 2 недели на тех запасах, которые находятся у них, у него в семидоле. А если мы возьмем какие-нибудь семена, например, салата лутука, то там без слез не взглянешь, там запасных веществ почти нет. Это такие пушинки, пылинки. Нет, конечно, это не так, как у орхидеи. Орхидеи там вообще печаль с этим делом. То есть надо сразу выпустить какую-то фотосинтетическую поверхность, которая будет тебя кормить. Поэтому ты не можешь позволить себе прорастать в темноте. Ты должен четко оценить, сможешь ты сразу начать фотосинтезировать или нет. Поэтому ты почти на 100% будешь зависеть от того, какой спектр света на тебя падает. Поэтому семена с надземным прорастанием демонстрируют практически 100% зависимость от света. Они всегда светозависимы. Ну, давайте посмотрим на картиночки, чтобы вы понимали, и то, и другое – это бобовые, только это разные бобовые. Растение А – это у нас фасоль, а растение Б – это у нас горох. Ну ладно, не будем это очень долго обсуждать все это, поэтому давайте сразу перейдем вот сюда. Значит, это, конечно, не фасоль, но посмотрите, значит, вот эти вот у нас красивущие товарищи, это у нас семидоли. Поэтому сразу к вам вопрос. Это растение демонстрирует надземное прорастание или подземное прорастание? Люди. Так, надземное, надземное, да, совершенно верно, молодцы. Это будет надземное прорастание. То есть если вы видите растение, у которого семидоли фотосинтезируют, это 100% надземное прорастание. Как вы понимаете, вот эта вот штучка посередине, это почечка, возможно, там уже заложились какие-то первые листья, может быть, нет. Ну, а, соответственно, вот это у нас будет гипокотиль. Ну, наверное, он там чуть ниже заканчивается, просто здесь под почвой не видно. Все это прекрасно и замечательно, но это слишком просто. На самом деле выделяют как минимум 4 типа прорастания. То есть надземное и подземное, да, но это очень общо. Итак, мы сейчас с вами поговорим о 4 типах прорастания. Это немножко другая классификация, и она, как вы понимаете, не исключает предыдущую. Она будет зависеть от того, какой орган будет выносить на поверхность фотосинтезирующие органы. Значит, первый вариант – это так называемое гипокотильное прорастание. То есть это растения фактически с надземным прорастанием, у которых гипокотиль будет выносить фотосинтезирующие семидоли.
Все, что вы здесь видите, это, соответственно, фотосинтезирующие семидоли. А это, кстати, фасолька, и вот у нее, значит, вот эти вот, нам они еще прикрыты, вот эти вот семидольки. А с семенами, с гипокотильным прорастанием сейчас связана гигантская отрасль в сельском хозяйстве, которая называется микрозелень. О чем речь? А вот, кстати, внизу вот эта вот фотография, вот, вот она, вот это вот все. Это варианты микрозелени. Значит, о чем речь? Дело в том, что если мы говорим про семена, то очень большое количество питательных элементов там находится в плохо усваиваемой форме. Например, когда мы говорим про горох, или, и вообще, на самом деле, практически про все бобовые, у них белки находятся практически в непереварываемом виде, потому что у них есть вещества, которые препятствуют перевариванию их белков. Это способ защиты их семян от того, чтобы их не ели там грибы под землей и так и далее. И понятно, что когда ты как животное, млекопитающее, поедаешь горох, то почему гороховый суп называется сюрпризом? Потому что мы не можем нормально переваривать горох семенем. Но если вы заставите семя бобового прорастать, то оно само начнет переводить свои белки в усваиваемую форму. Плюс параллельно с этим у вас активизируются и возрастут в количестве и в концентрации витамины. Причем витамины практически всех групп, и особенно витамин С. Потому что витамин С – это единственный из витаминов, который, ну, практически единственный из витаминов, который не переносит термической обработки. Почему? Для того, чтобы получить витамин С, вы должны съесть там сырое яблоко, сырую картошку или там фрукты, овощи и так и далее. Потому что термическая обработка и до свидания витамин С. Так вот, микрозелень – это направление, которое говорит о том, что, ребят, если вы хотите там быть вегетарианцем, веганом и вообще вести правильный образ жизни, то для хорошего усваивания и получения максимального результата от растений вы должны есть сырые проростки. И микрозелень – это история о том, что семена проращивают до состояния проростков, то есть когда есть семидоли, но нет еще нормальных развернутых первых листьев, и тогда у вас в достаточном количестве сохраняются питательные вещества в семени, но при этом они становятся легко доступными. И вот микрозелень – это история про растения с гипокотильным прорастанием, это история про поедание этих растений на этапе проростков или проростков. И это история про то, что это максимальная польза, которую вы можете извлечь из семян. Вот это вот микрозелень. Честно говоря, откуда я про нее узнала? Когда я болела, я смотрела много разных видео и наткнулась на видео своего научного руководителя Владимира Викторовича Чуба. Он читал лекцию на каком-то сельскохозяйственном форуме. Он сейчас директор нашего МГУшного ботсада, и вот его пригласили туда читать лекцию, и от него первый раз я услышала слово микрозелень. То есть я знала, что ну, там продается пророщенная соя, пророщенный маш, пророщенная пшеница. Но я знала, что это продается, но я не думала, что это целая отрасль. И вот он читал эту лекцию. Кстати, можете забить в Ютубе «Чуб микрозелень», вывалится лекция, она примерно на час, очень легко усваивается, прям супер, советую, ребята, посмотреть. Вот. Ну и возникает вопрос, как вы думаете, что это за растение, чей это проросточек? Кстати, довольно легко узнаваемый. Клещевина. По-моему, нет, Кирилл. По-моему, это... Ну, вот это фасоль, ребятки, это фасоль, на самом деле. У клёна немножко... Настоящие листья у клёна будут выглядеть немножко по-другому. Вот. Фасоль, да, это фасоль. Вот, собственно, вот эти семидольки фасоли, вот классической форме семидольки фасоли. И вот, вот это вот, значит, такая уже
красивущая его листовая пластинка. И посмотрите, они, соответственно, в супротиве. Вот. Следующий тип прорастания – это эпикотильное прорастание, то есть выносящим органом фотосинтезирующих поверхностей над землей является эпикотиль. Вот самая верхняя картинка – это последовательные, последовательные этапы прорастания гороха. Вот он будет малюсенький гипокотиль, вот он, потому что, как вы помните, у гороха, это сама горошина, это вот давайте вниз переместимся, вот сама горошина, это и есть семидоли. То есть гипокотиль там будет просто крошечный, он будет где-то в 1 миллиметр максимум. А дальше у нас будет эпикотиль, вот он у нас, вот он этот эпикотиль. Вот эти первые листья, но они остаются в районе чешуек, а над поверхностью вот эти сложные листья, они, соответственно, это уже будет третий или четвертый. Вот первый лист, вот второй лист, и они чешуевидные. Да, здесь так оказалось, что они фотосинтезируют, но тем не менее. Вот, кстати, тоже шикарный горох, это моя фотография. Вот, соответственно, эпикотиль. Вот это вот первая чешуечка, это первый настоящий лист. Вот это второй настоящий лист, но они, как вы видите, вообще далеко никак не подходит, не походит вот, вот на то, что вы видите здесь. Вот это сложный лист, да, рахис сложного листа, листочек сложного листа, раз, листочек сложного листа, два, тут где-то усик торчит, но его просто не видно на фотке. Вот это вот такая вот история. И это эпикотильное прорастание, как вы видите, например, у тех же самых бобовых, у кого-то эпикотильное, у кого-то гипокотильное, но в любом случае семидоли будут играть очень важную роль, просто у одних они будут нести роль исходного питания, да, и это фотосинтез, да, а у кого-то все-таки основной источник питания на ранних этапах развития является само семя. Хотя, как вы понимаете, у фасоли, да, разворачиваются семидоли, но прям такой супер функции фотосинтеза они несут, да, они фотосинтезируют, да, они зеленые, но не на них одна надежда. Вот, просто у кого-то это ярче выглядит, у кого-то меньше. Следующий тип прорастания – это семидольное прорастание. И оно характерно в основном для луковичных растений или корневищных растений. Это те растения, у которых побеговая апикальная меристема вообще над поверхностью не показывается. Вообще. Никогда. Потому что если ты луковица, ты живешь под землей. Если ты корневище, ты чаще всего тоже живешь под землей. Ну, клубни-луковицы тоже туда же. И тогда получается, что то, что выносится у тебя на поверхности, это только первое, что у тебя появляется на поверхности, это твои семидоли. Ну, а дальше там настоящие листья и так и далее, со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть такое семидольное прорастание. Мы не показываем апикальную меристему над поверхностью, потому что мы так живем. Ну и четвертый тип прорастания – это калиоптильное прорастание, и оно характерно только для злаковых, потому что есть определенная структура, которая называется калиоптиль. Значит, наверху у нас здесь приведена фотография пророщенной пшенички. Посмотрите внимательно. Эх, вот эта вот палочка такая, тоненькая палочка. Когда они прорастают, у них видна только одна палочка. Ну вот, как, например, вот здесь. Но это не просто палочка. Там находится много всего. Значит, снаружи имеется чехольчик. Этот чехольчик и называется калиоптиль. Что защищает чехол? Чехол защищает почечку. Он защищает первые настоящие листья, а самое главное – побеговую апикальную меристему, которая прикрыта чехлом калиоптилем и прикрыта первыми настоящими листьями. Потому что часто получается, что этот калиоптиль пробивает поверхность. То есть в лучшем случае, конечно, да, пшеница имеет надземное прорастание, но не всегда. У тебя может встретиться энное количество препятствий на пути, и тогда тебе... Что он защищает еще раз? Так, Рома, что он защищает? Он защищает побеговую апикальную меристему, он защищает почечку. Потому что, когда прорастают злаки, ведь много злаковых, они являются этими придорожными,
подорожник, трава, вот эта вот вся история. Или там леса, луга. У них большая конкуренция. Они должны прорасти быстро. И зачастую почва, на которую они падают, имеет негладкую, да, поверхность. Они могут встретиться с большим количеством препятствий. И для того, чтобы максимально защитить то самое ценное, что у тебя есть, а у тебя самое ценное – это твоя побеговая эпикальная меристема, тебе нужен чехол. Твоим чехлом является калиоптид, и он защищает побеговую апикальную меристему. Как только первый настоящий лист, вот он, достигает достаточных размеров, чтобы быстро развернуться и начать фотосинтезировать, верхняя часть, которая называется чехольчик, ну, шапочка такая, да, тип, она отщелкивается, и сквозь трубочку калиоптиль превращается не просто в замкнутый чехольчик, он превращается в трубочку. Сквозь эту трубочку прорывается первый настоящий лист. Дальше он разворачивается и начинает фотосинтезироваться. А потом постепенно калиоптиль просто как бы так растрескивается. Ну, потому что он в диаметре уже становится достаточно маленьким, и поэтому он начинает растрескиваться. Вот калиоптиль – это особое приспособление, которое можно встретить у злаковых. Более того, у злаков и на корне имеется похожий чехольчик, который называется колиориза. Когда мы с вами будем проходить строение семян, однодольных, двудольных, мы, соответственно, это все будем обсуждать, просто чтобы вы уже знали, что такое калиоптиль. Итак, четыре типа прорастания. Гипокотильное, эпикотильное, семидольное и калиоптильное. Все они реализуются с успехом. Просто все зависит от того, кто ты по жизни. Какой принцип, какой подход к прорастанию ты взял на вооружение. У тебя много запасных веществ, у тебя мало запасных веществ. А ты вообще живешь всегда под землей, ты луковица там, корневище, клубень. Или же нет, ты радуешься солнцу, но тогда ты меняешь немножко свою физиологию, и ты сильно зависим от света, да, у тебя такое стопроцентное светозависимое прорастание. Ну и, конечно, либо ты злак. Если ты злак, тебе можно все. У тебя вообще есть калиоптиль, и ты прекрасно с ним шествуешь по жизни. Так, закончим наше лирическое отступление очень интересным растением, которое называется стрептокарпус. У него, конечно, надземный тип прорастания, но у него есть одна проблема. У него нет листьев вообще. Листьев в истинном понимании этого слова. У него только семидоли. Причем у него только две семидоли, и то вторая семидоля, вот она, вторая семидоля, довольно быстро говорит «до свидания этому миру». И тогда остается только одна семидоля, которая разрастается до гигантских, условно гигантских размеров. А, кстати, нет, по-моему, это не эфемероид. Нет, он нормальное растение. Он, знаешь что, Женя, он скорее, если он и придерживается такого принципа, то он не эфемероид, а скорее эфемер. Потому что эфемеры – это те, которые неблагоприятные условия переживают в виде семян, а эфемероиды переживают в виде луковиц, клубнелуковиц, корневищ и так и далее. Поэтому если он и придерживается этого принципа, то он скорее эфемер. Но я не уверена, что он эфемер, мне кажется, что он нормальный. Вот это вот гигантская, значит, семидолина одна – фотосинтезируют, и дальше в какой-то момент побеговая эпикальная меристема все-таки вспоминает, что она должна что-то сделать, а делает она длиннющее междоузлие, то есть она как вы понимаете, вот эта вот штука, это эпикотиль, потому что там первых настоящих листьев нет. И этот эпикотиль сразу утыкается в цветочек. То есть даже это на самом деле не совсем корректно эпикотилем назвать, потому что эпикотиль – это междоузлие от семидоли до первого настоящего листа. Здесь не будет никогда первого настоящего листа. Здесь сразу появится цветок. Вот. Ну и дальше мы видим вот такие вот красивые горшочки. Как вы понимаете, у них очень декоративные цветы. Есть гигантское количество различных этих стрептокарпусов, каких угодно, цветов, расцветок.
Ну и, как вы, подозреваю, уже поняли, у него не один лист, ребята. Еще раз, вы же ботаники, вы true ботаники, вы не можете говорить, что это лист. У него одна семидоля, да? Это не совсем лист. Ну, то есть это не настоящий лист. Да, это фотосинтезирующая поверхность, но это такой семидольный лист. Как вы понимаете, здесь в этом горшке не одно растение. Нужно посчитать количество вот этих вот семидолей. По-моему, здесь их по-моему, 3 или 4, что-то в этом роде. Вот. Так что вот их вот таких вот горшочках продают. Очень красивый. Так ведь их 2 семидоли. Нет? Да, Рома, их исходно 2 семидоли, но вторая быстро погибает, и фотосинтезирующая оказывается только 1 семидоля. И у взрослого растения ты можешь встретить только 1 семидолю, а не 2, потому что вторая уже помре довольно давно. Понял. Ага. Так, ну что? Да что ж такое-то? Я хочу, чтобы вы мне рассказали, что здесь есть что. Из одной семидоли один цветок? Да, из одной семидоли не один цветок, а один цветонос. У них соцветие, да, у них на одном стебелечке, на одной оси соцветие несколько цветков, просто там, соответственно, наверное, какая-нибудь кисть, ну, что-нибудь в этом роде. Да, один цветонос, один цветок. Понял, спасибо. Так, как вы думаете, что такое, что обозначено здесь цифркой 1? Ну, здесь очень все просто, поэтому давайте быстро кто-нибудь мне расскажет, что здесь есть что. Так, Кирилл, давайте. Гипопотиль. Нет, один это не гипопотиль, но ты что? Видишь, тут еще маленькие листочки есть, какой-то гипопотиль. Нет. Рома, что такое цифра 1? Междоузлие. Ну, скорее 4 это междоузлие. Хорошо, а что обозначено цифрой 3? Рома, вопрос к вам же. Ну, наверное, это... Как называется участок на стебле, от которого отходит лист? Вроде... Сейчас не помню. На «у» начинается. Узел. Узел, хорошо. Кирилл, вопрос к вам. А что такое цифра 5? Обратите внимание, как это все обозначено. Кирилл, к вам вопрос. Цифра 5. Ладно, Аня, давайте вы. Цифра 5 – это пазуха листа. Это пазуха листа, совершенно верно. Рома, как бы вы обозвали то, что здесь обозначено цифрой 6? Такая вот точечка. Вот эта точечка. Я хотел на предыдущий вопрос ответить. У меня опередили. Ну, короче, а давайте кто-нибудь из Ань, я не знаю. В общем, что обозначено цифрой 6? Узел. Нет, 6 не узел. Ну, это, наверное, пазуха почки. Пазушная почка, да, пазуха почки. Да, пазушная почка. Совершенно верно. А как будет называться вот то, что я сейчас закрашиваю? Почечка или верхушечная почка. Да, или верхушечная почка. Все молодцы, все просто умняшки. Вот. Дальше мы с вами плавно переходим к следующей нашей теме. Какие побеги бывают? То есть мы, в принципе, уже поговорили про семена, про их прорастание, откуда берется побег, все мы это поговорили. Но давайте поговорим про внешнюю морфологию. Итак, побеги делятся на 2 типа. Соответственно, есть укороченные побеги и удлиненные побеги. Но мы с вами true ботаники, поэтому мы будем называть их ауксибласты и брахибласты. Соответственно, приставка аукс обозначает слово расту, расти, поэтому ауксибласты – это удлиненные побеги, брахибласты – это укороченные побеги. Аня, у вас какой-то вопрос? У вас рука поднята. Я не знаю, как ее опустить. Ну, ладно. Опустила. Так, при этом
Может произойти следующая история, что у одного растения может быть и ауксибласты, и брахибласты. При этом брахибласты – это все-таки не очень однородная структура. Есть растения, которые преимущественно только существуют в виде брахибластов, и тогда мы говорим про розеточные растения или розетку листьев. Но все равно такие растения вынуждены в какой-то момент жизни сделать ауксибласт, потому что нужно выпустить цветонос. Потому что цветки нужно выдвинуть максимально далеко, максимально высоко, чтобы их заметили, чтобы они были приметны. Поэтому не обойтись тут, конечно, без стрелки. Но есть и особый тип брахибластов. Это так называемые плодушки. Это особый термин. Это не только сельскохозяйственный термин, но и ботанический термин, который обозначает укороченные побеги, которые формируются у разоцвета. Смотрите внимательно. Это, как бы, по-моему, глубокая осень или суперранняя весна. Значит, как вы понимаете, самая длинная палка, что-то ровно мне не получается рисовать, самая длинная палка – это ауксибласт. Но на ауксибласте формируются вот эти вот корявенькие, плотненькие, неровненькие в очертаниях, вот такие вот маленькие веточки. И на них будут формироваться, вот они же, только уже в цвету, на них будут формироваться листочки и цветы. Ну, вернее, не цветы, а соцветия, потому что разноцветные соцветия. Так вот, вот эти укороченные побеги, на которых будут располагаться, самое главное, что на них располагаются, это цветы, и называются плодушки. И как вы понимаете, например, у той же самой яблони, у нее есть и ауксибласты, и брахибласты. Просто они выполняют разные функции. Ауксибласты нужны для того, чтобы развести эти плодушки максимально далеко друг от друга, чтобы не произошло следующего, что все цветочки у тебя в одном месте, причем где-то там внизу. Ты глупое растение, если ты так сделаешь. Поэтому нужно разнести твои цветоносы максимально далеко, и ауксибласты, собственно, выполняют функцию создания вот этой кроны, максимально далеко разводя вот эти вот плодушки, брахибласты, которые несут органы генеративного размножения. А при этом у кого-то на плодушках могут формироваться и нормальные листья, которые фотосинтезируют, да, а у кого-то они практически не формируются, и тогда там листья формируются на ауксибластах. Ну, понятно, что не у всех одинаково, но самое главное, что плодушки несут вот это вот генеративные органы. Есть другой тип брахибластов, и тут мы должны с вами переместиться к голосеменным. У них... Так, что за вопрос? Как называется нарастание на ауксибластах? Арина, а давайте вы включите микрофон. Я помню, что вы можете его включать и скажете мне так, потому что я не очень понимаю ваш вопрос. Вы сказали, что плодушки на них вырастают. Как они называются? Так, смотри. Длинная палка – это ауксибласт. Да. Это удлиненный побег. На ауксибласте формируется укороченный побег, вот он, укороченный побег, который по-другому называется брахибласт. А, хорошо, спасибо. Брахибласты разноцветных называются плодушки. Это только для, давайте так, это этот термин вы можете употреблять, только говоря о плодовых разноцветных. То есть это яблони, слива, груша, вот абрикос, вся вот эта вот история. Плодовые деревья разноцветные. Это такой полуботанический, полусельскохозяйственный термин. Я не знаю его историю, кто его первый ввел, но это только про плодовые разноцветные. То есть если мы будем говорить про брахибласты других растений, вы не можете назвать их плодушками. Это некорректно, это не про то. Но брахибласты, как вы понимаете, встречаются не только у разноцветных. Вот, например, у голосеменных. И классическим примером, естественно, являются иголочки. Итак,
Давайте посмотрим на левую нижнюю фотографию. Это кедровая сосна. Она растет у меня во дворе. Значит, посмотрите, что мы здесь видим? Опазушную почку можно назвать прилистником? Нет, нельзя. Пазушная почка, она не прилистник. Нет, вообще нельзя, Рома. В чем отличие? Прилистник – это лист. Почка – это зачаток побега. Прилистник – это один из типов листьев. Ну, то есть это... Сейчас, нет. Прилистник – это часть листа. Ром, когда мы с вами будем проходить листья, ты поймешь, что такое прилистник, зачем он нужен, какие функции он выполняет. Но прилистник – это только одна, как бы условно говоря, листовая пластинка просто определенного происхождения, а почка – это совокупность побеговой апикальной меристемы с маленькими с недоразвитыми листьями вокруг. Да? Они могут быть открытые и закрытые, сегодня про почки тоже будем говорить. Это вообще это разные органы. Лист – это один орган, почка – это вообще побег, зачаток побега, поэтому это по-разному. Итак, смотрим. У хвои, у голосеменных существует два типа, как бы корректнее выразиться, листьев. Давайте назовем это все-таки листьями. Итак, листья. Лист голосеменных. Есть два вида. Значит, первый – это то, что мы привыкли видеть у голосеменных зеленым, это хвоя. Хвоинка – это особый тип листа. Почему это лист? Потому что это а – фотосинтезирующая функция, и это основополагающая функция, б – это пластина, ну здесь не пластина, а такой скорее цилиндр с ограниченным ростом. Поэтому, в принципе, листом вы это можете назвать. Просто это не лист в классическом понимании, как вот у там покрытых семенных растений, но тем не менее. Нет, Анечка, это не видоизмененный лист. Почему? Потому что видоизменение листьев мы с вами будем проходить. Это там какие-нибудь филодии, это ловушки. Нет, это не видоизмененный лист. Это просто такой тип листа. И второй тип листьев у голосеменных – это чешуи. Настоящие листья, которые формируются на ауксибластах. Вот посмотрите, вот то, что я сейчас обрисовываю, это ауксибласт, это довольно толстая ветка. На них формируются всегда только чешуевидные листья. Давайте посмотрим вот на эту веточку. Вот он у нас идет ауксибласт. Видите вот эту вот серенькую штучку? Вот она, вот здесь же она, вот здесь она, вот здесь она. Это остатки чешуевидных листьев. Вы знаете, что всегда, практически всегда в пазухе листа формируется почка. Другое дело, тронется она в рост, не тронется она в рост. Это как пойдет эволюция. Так вот, пазушные почки некоторых этих чешуевидных, аукси – это удлиненный, а брахи – укороченный побег. Да, Женя, все верно. Некоторые пазушные почки этих чешуевидных листьев трогаются в рост и дают начало укороченному побегу, брахибласту. Вот он, этот брахибласт. И на этом брахибласте формируется другой тип листьев – хвоинки. Смотрим на эту картинку. Видите черточки? Вот они, вот они, вот они. Вот эта черточка, да, просто здесь пазушная почка не тронулась в рост. А у этой черточки тронулась в рост, и здесь образовался брахибласт, из которого исходит, по-моему, 5 или 7 хвоинок. Вот он, этот брахибласт, вот он в основании, вот он в основании, вот он в основании. Это брахибласты. Просто вот здесь у нас лиственница, да, у лиственницы больше хвоинок выходит из брахибласта. Собственно,
систематически важным параметром для хвойных и для развлечения хвойных является количество иголок, количество хвоинок, исходящих из одного брахибласта. У классической сосны, которая, ну, как бы у обычной сосны, которая растет, у нас выходит две хвоинки из брахибласта. Самое максимальное количество хвоинок у кедров, у них может до 50 хвоинок выходить из одного брахибласта. У лиственницы, кстати, тоже довольно много. Значит, вот эта вот сосна у нас здесь поменьше, но при этом здесь хвоинки длиннее. У лиственницы хвоинки меньше, но их больше, чем у сосны. Вот это вот, собственно, хвоинки, да, которые по весне трогаются в рост. Вот они, да. Но брахибласт тот же самый. Вот он, брахибласт. А вот эти вот бугорочки, точечки, которые вы видите, это остатки чешуевидных листьев. Так что это тоже брахибласты. Только здесь они несут непосредственно листья. Итак, дальше. Мы с вами говорили, что существуют растения, которые живут по принципу брахибласт и ничего кроме него. Когда все основные, основополагающая часть его побега – это брахибласты. Тогда мы говорим о том, что возникает розетка. Только давайте посмотрим теперь вот на эти две фотографии, в смысле не фотографии, на два этих рисунка, и подумаем, и то, и другое розетка, но чем, как вы думаете, они будут отличаться? Сразу скажу, что А – это подорожник. Одинаковые ли они или разные? Как вы думаете? Подорожник, трава. Так, ладно. Андрей, давайте, вы были первый. Ну, насколько я вижу, на фотографии Б есть цветонос. Предположим, что у тебя здесь тоже есть цветонос. Тут подразумевается, что ты помнишь, как цветет подорожник. Но имеется в виду, что он есть. Тогда. Женя, помогайте. Ну, на Б вот под цветами, по-моему, два листочка. У подорожника нету листочков на цветоносе. Да, совершенно верно. Сейчас я вам покажу. Вот смотрите, вот так цветет подорожник. И на его цветоносах у них соцветие. Кстати, зайки мои, скажите мне, пожалуйста, вы должны, кстати, это знать, это классический пример. Как называется соцветие подорожника? Вот это прям классический пример. Рома, правильно, колос. Совершенно верно, у подорожника соцветие колос. Да, молодец, Рома. Да, Ромочка, можешь сделать фото. Хороший мальчик. Так, это, собственно, подорожники. Как вы понимаете, на цветоносе подорожника никаких листоподобных структур нет. Единственные листоподобные структуры, которые здесь встречаются, это мусипусечные совершенно листочки, брактеи, да, в пазухах которых формируются цветочки. Но это как бы будут листья соцветий, поэтому нормальных фотосинтезирующих листьев на этих соцветиях, на оси соцветия нет. В отличие от живучки, растения, которое я вам показывала, это живучка ползучая. И если вы присмотритесь внимательно, то вы увидите, что у них на соцветиях формируются нормальные фотосинтезирующие листья, причем это декоративная живучка, то есть здесь как бы специальным образом выведенные цветки, а вот у дикорастущих живучек очень часто встречается следующая история, что у них на оси соцветия сначала идут просто фотосинтезирующие листья, в пазухах там не формируются цветки, а уже дальше идут цветки, в пазухах которых, в смысле дальше идут узлы, в пазухах которых формируются цветки, то есть это там прям брактеи. То есть, возвращаясь к предыдущей нашей с вами картинке, бывают честные розетки и нечестные розетки. То есть подорожник – это честно розеточное растение, то есть прям честная розетка.
А вот живучка ползучая у нас будет полурозеточным растением. То есть подавляющее большинство узлов будет сформировано по типу розетки, но как в тот момент, когда живучка решит зацвести, она сделает несколько междоузлей не по типу розетки. То есть розеточные растения не все честные. Кто-то бывает фальшивым. Следующий морфологический показатель – это, конечно же, поперечное сечение стебля. Когда вам придется делать морфоописание растений, показатель как поперечное сечение – это ну такое. Во-первых, вы можете сделать поперечное сечение только на живом растении. Если у вас гербарный образец, никакого поперечного сечения вам не светит. Ну, потому что там как бы все усохло и все. Во-вторых, четких не всегда можно выявить четкие границы. Очень много растений, особенно, например, различия между вариантом А и вариантом Б. Как бы, может быть, вариант Б – это растение, которому было очень плохо, и в силу каких-то обстоятельств его так, ну, условно говоря, подзажало. Да? Или, например, разница между вариантами В и Д. Ну, так себе разница. Подразумевается, что у варианта Д как бы вогнутые части, такой вогнутый треугольник. Опять же, может быть, вариант Д – это вариант В, которому поплохело. Ну, в общем, бывает всякое, поэтому, да, я, конечно, должна вам об этом сказать, но сразу скажу, что в реальной жизни вам, скорее всего, не придется этим пользоваться. Единственное, на что нам с вами нужно обратить внимание, это, конечно же, вариант L. И тут мы с вами должны вспомнить, естественно же, бамбук. Потому что вот этот вот узловатый тип поперечного сечения стебля, я понимаю, что это, конечно, не поперечное сечение. Это не поперечное сечение ни в одном месте, потому что это скорее продольный вид. Да? Но из-за того, что там очень специфическим образом выглядят узлы, именно поэтому такой тип стебля приобрел свое специфическое название, он называется узловатый. И запомните, что он у бамбука, потому что иногда бамбук берет как гербарный образец, потому что его легко собрать, его легко сохранить, особенно стебель его прям шикарно сохраняется. Так, ну здесь ровно то же самое, это обсуждать не будем. Ну, а теперь мы с вами переходим к тому, что побег растет в разных направлениях. И виды роста побегов бывают разные. Значит, существует два вида роста побега. Есть апикальный рост побега и есть интеркалярный рост побега. Значит, я надеюсь, вы уже поняли, что слово апекс по латыни означает верхушка. Итак, апикальный рост – это верхушечный рост, это означает, что вы растете верхушкой. То, благодаря чему вы увеличиваетесь в размере, это всегда верховодит в этом верхушку. Это имеет свои плюсы, имеет свои минусы. И есть другой тип роста побега, это когда, в принципе, ваша верхушка, конечно, как-то растет, но основной способ прироста твоего тела – это отдельные вставки, заплатки на твоем теле. Пока я так это вбросила просто в вашу голову, потому что потом мы это будем раскрывать. А пока просто запомните, два вида роста – апикальный и интеркалярный. Но в зависимости от того, к какому из них вы прибегаете, в итоге относительно поверхности вы можете, я имею в виду поверхности земли, вы можете в разные стороны направлять свой рост. И в связи с этим мы говорим о трех видах роста побегов. Итак, вариант А – это так называемый плагиотропный побег. Это означает глобально, что вся твоя жизнь сосредоточена на поверхности Земли. А ты распластываешься своей пластиночкой фотосинтезирующей по поверхности. И тут вы должны вспомнить какую-нибудь Маршанцию. Вот прям классический пример плагиотропного побега. Это не означает, что какие-нибудь, например, есть такое растение, по-моему, называется монетник, что ли. В общем, оно стелится по земле. Тоже плагиотропный побег. Другой вариант, ровно противоположный, когда ты стремишься вертикализировать свой побег. И тогда ты становишься ортотропным побегом.
орта. Помните, ортостиха, вот эта вот приставка орта означает вертикальное, продольное. Плагио – это по поверхности. Как я запоминала, ты плаваешь на поверхности воды. Плаваешь, плагиотропный побег, ортотропный побег, ортостиха, продольный. Это вот вся эта история. Ну, или ты можешь прибегать к принципу «не нашим и не вашим». То есть в какой-то момент жизни ты растешь параллельно земле плагиотропно, а когда тебе прям совсем приспичило, ты начинаешь вертикализироваться. И тогда у тебя анизотропный вид роста побега, то есть аниза – это разный. Приставка аниза означает разный. Итак, плагио, орто и анизотропные побеги. Вообще-то при морфоописании растений это учитывается, и это важный показатель. Но если вам достанется морфоописание, то, скорее всего, вам не предложат этого. Но я очень часто это предлагаю, поэтому мало ли. Следующая часть – это характер роста побегов. Не путайте, пожалуйста, вид роста. Вертикально, горизонтально или как-то так. И характер роста. Значит, характер роста побегов – это то, что обязательно. В любом случае у вас спросят при морфоописании, даже если у вас гербарный образец. Вот это спросит 100 пудов. Итак, может быть, кто-нибудь из вас может мне назвать… Значит, меня интересуют буквы А, В, Г, Д, Ж, З и… Ну и, наверное… Ну, неважно, К, Л, неважно. Итак, А, В, Г, Д, Ж, З, И. Вот меня интересуют вот эти вот цифры. Может быть, кто-нибудь из вас не может рассказать про них, как они называются? Андрей, давайте. Можно попробовать? Давай. Я не уверен, что скажу все. Давай. И то не факт, что правильно. Но А – это, наверное, прямостоячий. Верно. Можно говорить то, что знаю? Давай. Ж – это вьющийся? Да. З это И это, по-моему, цепляющийся. Да. Ты по стене что делаешь? З ползающий. Нет, ты не ползаешь по стене. Ползаешь ты по полу, а по стене ты? Лазающий вроде. Да. Лазающий. Правильно. Потому что по полу ты ползаешь, а по стене ты лазаешь. Да. Так, кто мне назовет В, Г и Д? Вы должны вспомнить особый тип березы. Или, например, ивы все такие. У них такие формы. Андрей, можете мне сказать? Так, ну, насчет В, так, не знаю, но Г, по-моему, стелющийся? Нет, ты же Г... не... Ты просто лежишь на поверхности. Лежачий? Лежать. Да, а Д, можно сказать. Стелющийся? Ну, либо стелющийся, либо ползающий. Тут в разных книжках немножко по-разному. Ну, да, да. А В – это поникающий побег. Вот эти вот поникающие формы. Плакучая береза, плакучая ива. Это вот, вот, вот все туда. Ну, а Б? Б – это дуговидный, и это на самом деле скорее характерно для разных вариантов кустарников. Вот кустарники, причем это могут быть кустарники, полукустарники, вот у них такая история есть. Деревья, ну, древовидные формы обычно такого не имеют. Я думаю, что вы все знаете эту картинку. Это классическая картинка из учебника Людмилы Ивановны Лотовой, и она является основополагающей для характеристик вот, вот этого роста побега. То есть если мы говорим про морфоописание, то вот эти картиночки имеются в виду, когда проверяется, кто есть кто. Итак, прямостоячий, понятно, дуговидный, ребят, редкая форма, поэтому, скорее всего, вам не понадобится, даже не забивайте себе, не забивайте себе голову. Поникающий, да, очень характерная индивидуальная форма, это надо запомнить. Г – лежачий, как я это запоминала? Ну, эта же штука просто тупо лежит на поверхности, она лежит, значит, лежачий. Д –
ползучий, ползующий или стелющийся, неважно как. Самое главное, что ты по полу ползаешь. У тебя есть точка закрепления в субстрате, потому что ты выпустил придаточные корни, значит, ты зацепился. Ты не просто лежишь на поверхности, ты по ней пытаешься ползти. Ползучий. А Е – это восходящий, и опять же, это скорее какие-нибудь кустарники, полукустарники, вот эта вот вся история. Ж – вьющиеся, вьюнки, многие лианы так делают, но опять же, не все лианы, потому что у многих лиан все-таки они выпускают придаточные корни, и тогда у них есть средства закрепления, условно говоря, за субстрат, то есть они лазают по стене, они лазающие побеги. То есть у лиан либо вьющиеся, либо лазающие. Ну и особый, конечно, вариант, когда ты усиками пытаешься зацепиться за опору, ты за нее цепляешься. То есть фактически ты нормально вертикализироваться не можешь. Да, горох, который является классическим представителем цепляющегося побега, он до какого-то момента может сам расти вертикально, но потом механической устойчивости его стебля оказывается недостаточно, и он полегает, если он не находит опору. Ну и два последних – это варианты водных растений, и тут все зависит от того, где у тебя располагается корневая система. Если ты просто плаваешь по воде, и да, у тебя может быть корневая система, может не быть корневая система. Вспомните все вот эти бескорневые водные растения, да? Они просто плавают на воде, под водой, и поэтому это плавающие побеги. Или же твоя корневая система оказывается закреплена в субстрате, но при этом тебе очень важно, чтобы, например, твои генеративные органы оказались над поверхностью. Они будут у тебя всплывать. Поэтому побег всплывающий. Попробуйте себе придумать какие-то ассоциативные ряды, потому что набор вот этих вот прилагательных запомнить довольно сложно. Урок еще долго будет идти, Ромочка. Ну, не плакай, зайка моя. Ну, мы скоро закончим. Ну, то есть я надеюсь, что мы скоро закончим. Сейчас половина. Так, ну сейчас посмотрим, сколько у меня. Андрей, да, что вы хотели спросить? А можно вопрос? Давай. Так, пока плавающий побег. Сам побег находится в толще воды? А по-разному. Слушай, тут у всех по-разному. А у кого-то, например, пузырчатка в толще воды будет находиться, ряска будет ровно плавать над водой. А тут все говорит не о том, здесь история не про то, где находится твоя побеговая часть. Здесь история про то, где твоя корневая часть находится. Тут, то есть тут скорее по корню, а не по побегу. Так, что у нас еще тут? Давайте мы сделаем так. Значит, смотрите, сейчас я уже вам вещала полтора часа. В принципе, мы можем уже закончить. Значит, что у нас осталось? У нас осталось ветвление, нарастание, и это довольно много. У нас остались почки, вот, поэтому это, наверное, много. Поэтому давайте мы действительно с вами на сегодня закончим, потому что если мы сейчас войдем в историю, что такое ветвление, что такое нарастание, чем они отличаются, и какой вариант вам нужно запоминать, вам нужно запоминать классическую ботаническую историю или микс, который преподается в школах, я это тоже все это буду рассказывать. Поэтому давайте мы на этом закончим.